Большинство болельщиков верят, что Роналду останется в Реале. Как показал опрос, почти 64% любителей футбола верят, что Роналду останется в испанском Супергранде. Еще около 24% опрошенных считают, что португалец перейдет в Манчестер Юнайтед. Сразу оговоримся, что это навряд ли после сегодняшних слов Мауриньо. Об этом смотрите уже в другом ролике, подсказка на который будет вверху экрана. Кроме того, 11% полагают, что игрок пополнит ряды парижан. Прочие клубы, такие как Манчестер Сити, составили около 1-2% опрошенных. Если вы также считали, что никуда Роналду не уйдет, оставляйте свое мнение. Самому же Роналду, напомню, грозит реальные 2 года тюрьмы за неуплату налогов, сообщает Кадена Коп. 32-летнему нападающему был дан срок в 60 дней, чтобы выплатить долги и смягчить вердикт судьи по данному делу. Теперь для Криштиану на кону свобода, слава и карьера. Напомню, сам он и его представители отрицали какие бы то ни было обвинения в его адрес. И вот сегодня стало известно, что Роналду заплатит 14 с лишним миллионов евро, чтобы избежать тюремного заключения. Суд с участием Криштиану состоится через месяц 31 июля 2017 года. Как сообщает та же радиостанция КОП, футболисту порекомендовали заплатить эту кругленькую сумму в 14,8 миллионов евро. Будущее Роналду в Реале на данный момент остается неясным. Сам же он считает, что в Испании к нему относятся как к преступнику. Правда, после интервью президента сливочных Флорентино Переса Криштиану задумался над тем, чтобы остаться в Реале. Напомню, Перес в этом интервью поддержал футболиста. Рекомендую также, чтобы прояснить ситуацию, посмотреть предыдущий ролик, подсказка на который также будет вверху экрана. Ну и нужно сказать еще об одной ключевой детали. Президент Реала заявил, что никто в период этой шумихи не интересовался покупкой Роналду. Нападающий Реала близок к тому, чтобы изменить свое решение относительно ухода из клуба. Отмечается, что португалец впечатлен и растроган интервью президента мадридцев. Также из-за этого громкого дела, о котором наверняка нам еще не раз напомнят, в подвешенном состоянии и судьба Мараты и Хамеса. Оба футболиста не имели в последнее время надлежащей игровой практики и готовы сменить клуб, даже такой как Реал. Напомню, ранее Реал заморозил трансфер Мараты в Манчестер Юнайтед из-за событий вокруг Роналду. Смотрите также ролик под названием «Почему Жозе не хочет помогать Криштиану». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.